Привет всем любителям кино! На большие экраны выходит заключительная часть кинофраншизы о Гоголе. Смог ли этот проект оправдать ожидания и о том, каким получился фильм «Гоголь. Страшная месть», ответят критики. Егор Беликов, Film.ru, оценка 7 из 10. Наконец, в третьей серии произошел долгожданный смысловой переход из наглой, но развеселой чепухи в совсем уже откровенную расписную чушь, но едва ли не впервые на основе чего-то нашего вечного сделали не зубодробительную скуку и не испанский стыд, а что-то дерзкое, бойкое, восторженно глупое, как кинокомикс. Анна Янтикова, Вокруг ТВ, оценка хорошо. В итоге фильм «Гоголь. Страшная месть», несмотря на нарочатую эффектность, слегка повышенное количество воскрешений и слишком вычурные кривляния некоторых персонажей, может доставить немало удовольствия. Он качественно снят. Создатели окончательно докрутили градус экшена и спецэффектов, а сцена перед титрами и вовсе оказывается феерической. Мария Токмашова, кинотеатр, оценка хорошо. Сатира, с которой создатели Гоголя заигрывали на протяжении всей франшизы, к концу ее вышла на совсем смелый уровень. От политической к сарказму, способному перевернуть в гробу всех поклонников настоящей русской литературы. Лариса Юсипова, «Ведомости», оценка хорошо. Это фэнтези получилось у авторов лихим и задорным. Будь-то бы вернулись те любимые критиками времена, когда все вокруг было постмодернизмом, и это бодрило и будоражило. Наталья Григорьева, «Независимая газета», оценка хорошо. В своей финальной части трилогия «Гоголь» окончательно превращается в некое подобие российского супергеройского фильма, в котором доля гоголевской мистики не меньше, чем доля присущего блокбастерам экшена. Денис Ступников, «Интермедиа», оценка 4 из 5. В третьей части «Гоголя» в ход идет вся тяжелая артиллерия, которую только можно представить, и наконец становится понятным, для чего режиссеру Егору Баранову понадобился непомерно раздутый штат сценаристов. Критики очень однозначно расхваливают картину, отзываясь о всех ее недостатках как о незначительных мелочах, а это настораживает. И все же, идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, будет много интересного.